Здравствуйте, приветствую вас на канале Двери Инфо. Сегодня у нас на обзоре дверь Reiter Prada Shock Терморазрыв. Это самая крутая дверь из линейки Reiter для установки на улицу. Дверь, можно сказать, такая на максималках. Поэтому поехали к обзору, расскажем ее основные характеристики, чем эта дверь интересна. Вот, ну и покажем, конечно, ее во всех деталях. Значит, дверь эта предназначена для установки именно на улицу. Но обязательно требование, это требование ко всем металлическим дверям. Над дверью должен быть навес, вылета стены где-то 1,5-2 метра, по ширине навес где-то, общая площадь где-то около 3 метров в ширину, для того, чтобы перекрывать полностью дверь от косых дождей и прямых солнечных лучей. В принципе, прямых солнечных лучей дверь особо не боится, потому что у нее снаружи порошковое покрытие, оно матовое, это новые краски Exit Nobel, Влага на эту дверь не должна попадать. Ну вот, но влага вообще не должна попадать ни на одну металлическую дверь. Это заявлено в паспорте изделия. Вот, поэтому будьте внимательны. А так, если у вас, например, вы ставите на улицу за этой дверью теплый тамбур, на двери это уже промерзать точно уже не будет. Ну вот, проверено, продаем эту дверь уже несколько лет. Она заслуживает особого внимания. Значит, снаружи вот этот рисунок, он выполнен полностью из металла. То есть здесь используется несколько листов металла, они сварены, эти листы металла, в углах они отштукатурены, и все это прогрунтовано и окрашено. Вот, поэтому, можно сказать, дверь с ручной работой. И вот за счет того, что разные листы металла, они сварены, получается вот такая вот объемная филенка. Да, то есть некоторые производители, они делают штамп, этот, конечно, дешевле, но зато не такая объемная филенка получается, как здесь. А здесь вот наружная поверхность, она как бы вообще крутая-прикрутая, то есть смотрится очень, очень хорошо. По краскам. В основном используются краски глянцевые. У этой модели краска, это новые краски, они уже матовые. Значит, по дверной коробке. Дверная коробка здесь терморазрывом, она закрытого типа, усиленная. Как попадает холод внутрь двери, ну, если это классические двери, да, то есть здесь две дверные коробки, вот наружная коробка от наличника, она охлаждается, но за счет вот этого теплоизолятора холод на внутреннюю коробку уже не переходит, и, соответственно, внутренняя коробка у вас будет той же самой температуры, как внутри помещения, а раз она будет той же самой температуры, то точка росы на ней работать не будет, соответственно, не будет появляться конденсат. И вот таким образом он и работает, терморазрыв. Толщина коробки здесь огромная, то есть где-то 140 мм. Абсолютный лидер в ассортименте металлических дверей. Значит, терморазрыв также сделан из нейлона на дверном полотне. То есть холод заходит на среднюю часть, а на внутреннюю рамку он уже попадать не будет за счет вот терморазрыва вот этой полиамидной вот этой такой вставочки. Значит, дверь тяжелая, закрывается мягко. По периметру двери установлен наличник, он гнутой формы. Все это сделано в том числе для того, чтобы усилить короб. Петли, они барки, по системе барка сделаны, вварены внутрь дверной коробки. И вот если вы видите, обратите внимание, дверное полотно здесь тоже чуть-чуть утоплено в дверной короб. Петли усилены, две петли, поэтому вес двери они спокойно выдерживают. С этим вопросов вообще нету. Снаружи лист металла у этой двери заявлен 2 мм. То есть вот эти вот вставочки. Сама по себе модель это за счет в том числе и большой толщины, и дверной коробки, дверного полотна. Он действительно очень тяжелый, где-то порядка 140 кг получается. Поэтому самостоятельно, конечно, ее установить очень сложно. Лучше обращаться в специализированные сервисные центры. Ну, такие как наши. По фурнитуре. Верхний замок. Ну, вообще все замки на дверях с терморазрывом с увального типа. Здесь используются топовые накладки. Накладки с автоматическими шторками. Ключик вставляете, шторка распахивается. Ключик вытаскиваете, шторка закрывается. Очень удобно, никаких продуваний.
замочную скважину не посмотреть, ничего не видно. Задвижка ночной сторож, она в комплекте двери уже установлена. Соответственно, при ее использовании можно спокойно запереться изнутри, и с улицы уже будет дверь не открыть. Но опять же, если необходимость ее отключить, можно отключить. Двери очень толстые, поэтому ручку вот наставляем, да, потому что мы ручки снимаем, как, чтобы они в стену не упирались. Значит, фурнитура здесь используется ручки классические, прямые, с прямым дизайном. Нижний замок здесь Guardian, тоже с увального типа. Ну вот, ключики, да, они большие получаются, но сувальные замки, они не дают никаких промерзаний, потому что если бы стоял бы цилиндровый замок, то на цилиндре мог бы появляться конденсат. Вот, поэтому на всех дверях терморазрывом ставится именно на замки сувального типа. Значит, внутренняя панель фрезерованная, она белого цвета. Один из самых популярных дизайнов — это вот такие три прямоугольника, там большой, малый и средний. Белые панели, они подойдут абсолютно к любому дизайну дверей, да, если у вас там межкомнатные двери вы устанавливаете. На двери на этой, на МДФ панели есть небольшая фактура. Вот. Но она видна, если стоять рядом с дверью там, ну, до полуметра. Если вы отойдете на метр и более, да, то вот эту вот непосредственно фактуру ее уже будет уже не видно. Но пленка, она довольно толстая, плотная. И вот никаких неровностей, да, там в местах выборки МДФ панели их вообще не видно. Вот поэтому МДФ панель, она классная. То есть универсальная, хорошая МДФ панель. Дверной короб здесь 140 миллиметров, очень толстая коробка получается, вот, то есть ее даже практически не обхватить. Установлен эксцентрик, с помощью эксцентрика можно регулировать прижим дверного полотна к дверной коробке, то есть делать регулировку в процессе эксплуатации, то есть делать либо так, чтобы дверь закрывалась более плотно, либо ее чуть-чуть приотпустить, чтобы она там, может быть, мягко закрывалась. Ну, то есть эти регулировки можно делать как в ту или иную сторону. Очень важный момент положительный, то что здесь стоит порог из нержавейки. Потому что для уличных дверей это крайне важно. То есть дети там могут на пороге стоять, там, либо можно повредить порог, поцарапать его. Когда он из нержавейки, он уже не боится уже ни царапин, не боится ни влаги, никаких очагов ржавчины у вас на двери точно проявляться не будет. Особое надо внимание уделить противосъемам. То есть, если на классических дверях противосъемы сделаны в виде штырей, которые заходят в дверную коробку, здесь сплошной противосъем во всю высоту дверной коробки. То есть, когда вы дверь закрываете, дверь зацепляется вот за этот паз, дверное полотно. И если у вас петли попытаются спилить, то дверь все равно останется стоять в проеме, потому что она вот будет держаться именно за этот паз. Очень классная штука, ну вот, она, конечно же, самая эффективная. Еще раз порог. Значит, уплотнитель здесь по периметру дверной коробки, дверного полотна. Все закрывается крайне герметично. Дверной короб, он еще с утеплением, внутри минеральная вата здесь. Уплотнители D-образные, они очень толстые. Уплотнитель на дверном полотне, обратите внимание, тоже в таком конвертике. То есть, если, например, там плечом задели, да, то есть он никуда не денется, он так вот всегда и будет находиться зафиксированный жестко. Толщина здесь дверного полотна больше 100 мм. Наполнитель у нее минеральная плита. Поэтому по тепло-шуму характеристикам здесь все прекрасно. Значит, вот так еще раз у нас выглядит дверь. Данную модель можно
данная модель вот в стандартном исполнении, как вы ее видите, она у нас представлена на складе, поэтому мы работаем без предоплаты. Оплата делается исключительно после доставки и установки. Но если под заказ дверь изготавливать, то можно изготавливать ее и в белом цвете, и в сером цвете, вот цвет 7034. Ну и выбирать какие-то любые другие цвета, в том числе изготавливать ее в нужном исполнении изнутри, поменять цвет внутренней панели. Но это все под заказ. Ну вот, а так вот, если мы говорим про готовые двери, то вот в таком исполнении двери в наличии, срок поставки 2-3 дня, оплата делается после установки. Вот, вот, в принципе, такой очень интересный, хороший вариант для установки в загородный дом. Значит, наш магазин продает только оригинальные двери Райтер, несем гарантию, предоставляем сервисное обслуживание. Значит, двери, если что, она есть в наличии на складе, но в любой момент обращайтесь. Будем вам рады. А так, спасибо за просмотр. До свидания.